Тарас Бульба, уривок. Для журі номер 39. Готується Ерік Хопта. Площадь, на которой должен слова пройти. Площадь, на которой должен была производиться казнь, нетрудно было отыскать. Народ валил туда со всех сторон, иной рот разинув и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы туда рассмотреть победнее. Иные рассуждали жаром, другие даже держали пари, но большая часть была таких, которые на весь мир и на все, что не случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу. На переднем плане стоял молодой шляхтич в военном костюме, который надел на себя решительно все, что у него только ни было. Так что на его квартире оставалась изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с каханкой своею, юзысью, и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не заморал ее шелкового платья. Крыши домов были усеяны народом, из слуховых окон выглядывали пристранные рожи. В усах и чем-то похожим на чепчики. На балконах под балдахинами сидело аристократство. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса. «Ведут! Ведут! Казаки!» Они шли с открытыми головами, с длинными чубами. Бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какой-то тихой горделивостью. Их платья из дорогого сукна износились и болтались на них веткими лоскутьями. Они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Остап остановился. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко: «Дай же, Боже, чтобы все, какие тут не стоят еретики, не услышали нечестивые, как мучится христианин, чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова». После этого он приблизился к эшафоту. «Добрый, сынку, добрый!» — сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову. После этого эшафот сдернул со стапа ветки и лохмотья. Ему увязали руки и ноги, нарочно сделанные станки, и... Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крику, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и на ногах кости, когда ужасный хряск послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои. И ничто, похожее на стон, не вырвалось. Не дрогнулось лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи, одобрительно только говорил: «Добрый, сынку, добрый!» Но когда подвели Остапа к последним смертным мукам, казалось, как будто стала поддаваться сила его и повела ночами вокруг себя. Боже, все неведомое, все чужие лица! Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти. Он не хотел бы слышать рыданий сокрушения слабой матери
Или безумный вопли супруги, исторгающие волосы и бьющие себя в белой груди. Хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при его кончине. И упал он силою и воскликнул душевной немощи: «Батька, где ты? Слышишь ли ты?» «Слышу!» — раздалось среди всеобщей толпы, и весь миллион народа в одно время вздрогнул. Часть военных всадников бросились заботливо рассматривать толпы народа, но Тараса уже и след простыл.